Мы находимся на самой старейшей свалке машин в Риге. Эта свалка существует здесь уже более 50 лет. И она ждала того момента, пока здесь появится Хамиль Змей, чтобы снимать свое новое видео на тему метла. Слушай, крутая схожесть. Очень здорово. Начали! Стоп! И начали! Влад, поднимайся, наматывай, ложка, соуса. Мяч! 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 Это круто. Знаешь, что я сейчас понесу? Астролябию. Щипцы и астролябию. Ну? Я буду ждать, как ждать сына, мать. Что я красивый? Как ты чтобы ждать? Превратить жизнь твою в сущий ад. Ад? Я не знаю, честно, как. Я падаю еще. Просто. Что ты будешь делать? Понятия не имею. Ну, давайте сейчас просто снимать все с первого дубля и все. И успеем. Знаешь, я по знаку зодиака гороскоп. А Хамиль по знаку гороскопа зодиак. Расскажите, как продвигаются съемки? Сколько осталось? Все прекрасно. Мы все сняли почти. Осталась самая малость. Вот такие мы. Ай-яй-яй, змеи. Я за рулем. Одна рука всегда из форточки выглядывает, поэтому загорела больше, да? Емельяненко, давай. Сказать. Давай, ты сильная. Ты сильная лошадь. Опа-на! У вас пятна отпала. Прикрылся, как бизнес и горный. Ты Женя Петросян или Миша Задорный? Я пятый элемент, мультипас дал оскорба. Ты элемент или... На элемент. Я пятый элемент, мультипас дал оскорба. Иди угощу собачьим кормом. Вот мой твой рот прикрылся, как бизнес и горный. Ты Женя Петросян или... Отлично. Предлагаю попробовать сейчас снять без этого. Ну, выключить, что будет. Когда в моих колоночках в тачке качает рэпчик под планчик, мальчик, у меня не тачка, а танчик. Понял? Летят самолеты, привет, мальчишу. Замирает, застывает. Тогда он нужен. Хотим немножечко вам рассказать о нашем режиссере, который снимает нам клип. Это Виктор Вилкс. Для нас этот человек важен уже только потому, что он снимал клип на песню «Глупо, но класс» с Густаво и Влади. И видео получилось очень необычным. Мы когда увидели это, я когда увидел этот клип впервые, я понял, что я таких клипов, как бы, рэперских, ну, не видел. Ты сам не скачи, ты так, одна нога, вторая, третья. Он также снимал клип на совместную песню Влади с Animal Jazz «Можно все». И мы скажем так, это мастер 3D-графики. Для меня фристайл такая разговор, форма.
Это восковая фигура хамеля. Ласкание восковых фигур. Ласкание восковых фигур. Фу. Блять. Идеально. Слышь, а ну пойдем поговорим за гаражами. Пойдем, 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 пойдем поговорим за гаражами. Пойдем, с Хамелем уже поговорил, теперь с тобой, пойдем. Пошли. Что говоришь? Поговорим о проклятии. Да что тут говорить? А мне какое-то видео проклятие. Всем весело, мне тоскливо и грустно. Меня каждый день гримируют и либо снимают, когда уже за полночь, а гримируют с утра. Либо вообще не снимают. Вот сейчас мне сказали, что загримировали и сказали, а не надо тебе снимать. Бывает. Вот мне грустно. Мы это делаем до съемки. И это своего рода работа над ошибками. Как видите, у змея оказалось меньше ошибок, чем у меня. Я чуть-чуть подлукавил. Эй, Тихоня, за тобой пришел полный оторва. Ага. Она в руке остается? Эй, Тихоня, за тобой пришел полный оторва. Ты сидишь? Сейчас змей попалится. Нереальную мощь. С такой-то мордой. Знаешь, и продолжаю, да? Да, да, и прямо с напряжением, вот чтобы у свободы морда была хороша. Повыше вначале. Сходный повыше. С такой-то мордой тебе подметать в уборный. Подметать в уборный. Подметать в уборный. Общий план, вот эти ключи. Чтобы превратить шоу твое в сущий ад! В сущий ад! В сущий ад! О, вот ты тип. Бла-бла. Мети метла, мети, метла, мети, метла. Пу-пу-пу. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Пу-пу-пу. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот ты тип. Ха-ха. Shit, man. Get the fuck out of here, man.